Это мой прикид такой. Нет, имеется в виду, как будто здесь что-то есть. Можно я потрогаю? Вот это вот что? Ну, это у меня рукавички рабочие. Ага, карманы. Ну, это не карманы, это заплаты. Да нет, вот я вот весь из одних заплатов. Вот тут у вас что лежит? Ну, еще рукавицы, да, запасные. Просто... веревочки. Все, я поняла, то, что пригодится в хозяйстве. Для меня задача стоит на себя ничего не потратить. Угу. И я так прожил жизнь. В смысле ничего? Это, вот если рубашка у меня, то она и бывает 35 лет там ей или что-то. Угу. Все до копейки отдать Господу, то есть нуждающимся. Кто больше нас нуждается? Ну а как, а если вот прям такая необходимая? Я вам говорю как, вот я обдумываю эти слова. Для меня это не натуга какая-то, не стиль там, а это я живу и все в этом. Я по-другому, вот вечером пришел, едем дорогу, едем на миссию, а я вот такой вот. Ну представьте, на месте поехали мы от Владивостока до Лиссабона. Угу. Скандинавию, Прибалтику, захватили Турцию. И везде я дарил свои книги в каждом государстве, 600 разных мест. Я подарил по 38 томов книг своих. Кто это делал когда? А почему? Я хочу очень, чтобы люди были другими. А, вы имеете в виду, что вот... Я их вот сдал, это мои книги, угу. И я хочу, чтобы эти книги работали не один год. Угу. Поэтому, что у меня есть, все отдал Господу, и этим заканчиваю жизнь. Мне очень интересно это. Заканчивать жизнь? Да. Или отдавать Господу? Отдавать и жить. Вот я на каждый закат солнца смотрю, не сегодня ли Господь отзывает утром. Как я Господу угоден буду? Для меня Павел говорит, жизнь Христос, а смерть приобретение. Приобретение, смерть. Вот в латинском языке написано «Иманауне сауглюс», то есть смерть приносит плоды. А сколько языков европейских вы знаете? Это никакого значения не имеет. Мне интересно, что Господь так говорит. То есть то, что мы отдали, оно приплывет к нам в судный день, когда Бог придет. Заходили в храм-то? Нет. Нет, пока еще. Не все сразу. Мы вас спросили, как зависимый и независимый. Я как-то, ну, сразу так не это. Ага. Вот кризис, начал кризис. А мы говорим, а где он кризис? Вы показали, какой кризис? Ага. Где? Ага. Его нету кризиса. У нас нету, да? Я в огороде выкопал картошки, свеклу, там что, огурцы, помидоры, все. Нет, вот они, барашки. Ну, надо. Пожалуйста, кто приехал, шашлык, ну, стена, пожалуйста, будет через 2 часа. Что-то. Какой кризис? Где он? Как говорит этот кино, видим собачье сердце там. Кризис, говорит, он в головах. Угу. Тогда, говорит, когда там разруха. Разруха, да, начинается. А почему вот я спросил, есть ли средства от комаров? А вот коллега говорит, те, кто с вами, вы терпите. А зачем боль такую терпеть? Да никакой боли-то нету, какая боль-то? Ну? Да ладно, посмотрите, вот я. Меня уже всю искусали. Хотя тоже с вами рядом. Они нас уже знают, комары. Значит, нужно просто. Средство, оно на пользу-то не идет, эти средства. А укусы комаров? Идут на пользу? Нисколько не повредят. Они наоборот не дают жижа, это тромбозы. Он же разжижает кровь, иначе ему сосать нельзя. Теперь у нас жила здесь одна была жительница, она кандидат медицинских наук. Угу. Защищала диссертацию, говорит, о комарах. Она там так. Академия городов на Сибирске. Да. И она говорит, что вот это, что сосуд, это не комары, а комарихи только. О, женщины, да, женщины. Вот всегда уязвимы. Да, вот. Так что, в храм зайдем, наверное, да? Да, мы бы вот с Игнатием Тихоновичем записали интервью сейчас. Давай тогда, ладно. Еще? Сейчас с тобой хотят поработать. Да. Нет, в храм заведите сначала. Да, мы заходите, храм, посмотрите, просто... зайдите. Нет, смотрите, увидите, мы... в храме у нас как ласточкины гнезда, ласточки летают. Вы нигде этого не видели. Это нужно не смотреть, а сразу снимать. А у нас... мы выработали план. А что... там разрешается снимать, снимайте. Я понимаю. Нет, но не потом, у них по плану, кого? Да, да, да. Просто если мы сейчас будем тут снимать, там снимать, тут снимать, то мы в итоге будем это 3 дня снимать. Так, куда пойдем? Пойдемте. Арслан, ты выбрал? Кстати, нам нужно где-то место? Прийти к проводам к нашим. Чтобы мы подсоедините. А, да. А что тебе еще не зарядки? На заряжно? Ну да ты бы выключал, сейчас идем, да что снимать? Ну как-то...